Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, дорогие мои друзья, у нас с вами в прямом эфире заговор молитвы Святой Екатерине о замужестве. Многие девочки, женщины хотят удачно выйти замуж, и сейчас я решила сделать для вас этот ритуал, ритуал онлайн. Конечно, ритуал оплачиваемый. Лучшая сумма – это 333, но вы сами определяете, какую сумму вы захотите оплатить за этот ритуал. Все, кто хочет сейчас быть в паре, кто хочет найти своего мужчину, выйти удачно замуж, вы видите у меня сейчас на столе такая чудесная икона. Очень люблю маленькие иконы, я их собирала со всего света, да, в каких бы странах я ни была. И вот эту икону я привезла из Египта. В Египте была экскурсия в мужской монастырь Святой Екатерины. Прекрасная экскурсия, где я приобрела вот такую чудесную вот икону. Еще какие-то вещи я там приобретала. Но на самом деле сила и мощь этого места, она, конечно, передалась и в эту икону, и в мои впечатления, мое погружение, которое я сейчас буду входить именно в то состояние, когда я была в Египте, именно на этом святом месте. И мы вместе с вами будем просить для вас о счастливом замужестве, о Святой Екатерине. Святой Екатерине. Итак, у меня уже наработанные две свечи. Черная сразу же у нас проходит чистка. И красная – это просьба о любви. Та и другая свеча восковые, поэтому мы с вами сейчас будем делать скрутку, чтобы почистить ваше пространство и, конечно же, призвать любовь, новое знакомство, чтобы вы все, девочки мои дорогие, любимые, удачно вышли замуж. Все, кто сейчас со мной, наберите, пожалуйста, стакан питьевой воды и поставьте плюсик. Кто со мной работает? Стакан питьевой воды перед экраном и поставьте плюсик. И я сейчас вместе с вами начинаю работу. Ну что же, кто готов? Вижу, девочки, кто готов, кто хочет выйти замуж. Мы с вами начинаем работать. Еще я хотела бы на стол положить для медитации волшебные уникальные предметы. Вы видите веретено, вы видите на иконе Святая Екатерина вот с таким колесом, ее, правда, колесовали, это страшно, конечно. В 19 лет бедную девочку колесовали, потому что она истинно веровала в Бога, не отступилась. И мы кладем вот такие веретенья для медитации, тем более это рабочие веретенья. Так, и начинаем с вами работать. Начинаем работать. Вижу ваши плюсики. Кто уже включается в работу? Руки, ноги не скрещиваем. Волосы распущены. Лучше всего, если на вас одета свободная одежда, рубаха или платье без пуговиц и без всего. Да? Итак, давайте мы будем работать. О, святая Екатерина, Дева и мученица и истинная Христова, невеста, молим Тебя через особливую благодать и же предвидеть Тебя, жених Твой, сладчайший Иисус,
якоже просматриваше прелестями мучителя, мудростью Твоею пятидесятвети победила еси и напоивши их небесным учением к свету истинной веры, наставила еси такой спроси, и нам, оную Божию мудрость, да и мы, расторгнувшие все законы адского мучения и презрев мира и плоти соблазы, достойны явим божественной славы и к разрешению святыни наши православной веры сосуды достойны, соделаем и с Тобою с небесной скините Господа и Владыку нашего Иисуса Христа, хвалим и прославляем во веки веков. Аминь. Смотрите, что происходит со свечой. Это так работает чистка, ребятушки. Мы с вами продолжаем. Я вижу, кто включается в работу. Это здорово, что вы включаетесь. Мы продолжаем с вами работать. О, святая Екатерина, Дева, мученица, истинная Христова невеста, молимся Тебя через особую благодать, еже и приветствую Тебя, жених Твой, сладчайший Иисусе, якоже просматриваши прелестями мучителя, милостью Твоей пятидесятвети победители еси, напоивши их небесным учением к свету истинной веры, наставила еси таку и спроси нам, оную Божию мудрость, и да мы, расторгнувшие все законы адского мучения, и презрев мира и плоти соблазны достойны, явимся божественной славой и разрешению святые нашего православной веры, сосуды достойны соделаемся, и с Тобой в небесной скинии Господа и Владыку нашего Иисуса Христа хвалим и прославляем во веки веков. Аминь, аминь, аминь. Напишите, пожалуйста, какого бы вы мужчину хотели бы видеть у себя, да? Напишите возраст, напишите цвет глаз, цвет волос, напишите его образование, то есть вот какого вы хотели бы мужчину видеть, такого и напишите возраст, чем он занимается, чтобы все было понятно и достойно. О, святая Екатерина, Дева, мученица, истинная Христова невеста, молим Тебя через особую благодать, ежею предвидеть о жених Твой, сладчайший Иисусе, якоже просмотревши прелести мучителя мудрестью Твоей 50 вети и победили есеев, напоивши их небесным учению к свету истинной веры, наставила еси такой спроси и нам, оную Божью мудрость, да и мы, расторгнувшие все козни адского мучителя, и презрев мира и плоти соблазны достойны, явимся божественной славы и к разрешению святые наши православные веры сосуды достойны, соделаемся и с Тобой в небесной скине Господа и Владыку нашего Иисуса Христа хвалим и прославляем во веки веков. Аминь. 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 Пишите того человека, которого вы хотели бы видеть перед собой. Пишите. Полностью подробно пишите. О, святая Екатерина, Дева и Помученица, истинная Христова невеста, молим Тебя через особливую благодать, ежею предварить Тебя, жених Твой, сладчайший Иисус, якоже просмотривши прелести мучения, мудростью Твоей пятидесятвети победителя еси, напоивши их небесным учением к свету истинной веры, наставили еси и спроси, и нам, оную Божью мудрость, да и мы, расторгнувши все козни адского мучителя и презрев мира и плоти соблазны, достойные в имя божественной славы к разрешению святые наши православные веры сосуды достойны, соделаем мы с Тобой в небесной скине Господа и Владыку нашего Иисуса Христа, хвалим и прославляем во веки веков. Аминь, аминь, аминь. Пишите, полностью описывайте своего жениха. Какого вы хотите видеть? О, святая Екатерина, Дева и мученица, истинная Христова невеста, молим Тебя через особливую благодать, ежею предвидеть о жених Твой, сладчайший Иисус, якоже просматривши прелести мучителя, мудростью Твою пятьдесят вети победителей еси, напоивши их небесным учением к свету истинной веры, наставила еси, так и спроси нам, оную Божью мудрость, да и мы, расторгнувшие все козни адского мучения, и презрев мира и плоти завластны, достойны явимися божественными славой к разрешению святые нашего
православной веры сосуды, достойно соделаемся и с Тобою в небесной скинии Господа и Владыку нашего Иисуса Христа хвалим и прославляем во веки веков. Аминь, аминь, аминь. Смотрите, уже успокаивается наша свеча, потому что мы с вами работаем, читаем молитвы, и все потихонечку восстанавливается. Продолжаем работать. О, святая Екатерина, Дева и Мученица, истинная Христова невеста, молим Тебя через особую благодать, иже и предвидите, жених Твой, сладчайший Иисус, яко же просматриваши прелести мучения мудростью Твою, 50 вети победила, и сии на повешим их небесным мучением к свету истинной веры наставила Иси, так и попроси нам, оною Божью мудрость, дай мы, расторгнувшие все законы адского мучения, и презрев мира и плоти соблазны, достойны явимся божественной славы, и к разрешению святые наши православные веры сосуды достойны соделаемся, и с Тобой в небесной скинии Господа и Владыку нашего Иисуса Христа хвалим и прославляем во веки веков. Аминь, аминь, аминь. Прекрасно работает свеча, замечательно у нас с вами идет работа. Просто чудесно. О, святая Екатерина, Дева и Мученица, истинная Христова невеста, молим Тебя, через особую благодать, иже и предвидите Тебя, жених свой, сладчайший Иисус, яко же просматриваши прелести мучителя мудростью своей, 50 вети победила Иси, и напоивши их небесным учением, к свету истинную веры наставила, если так ей спроси, и нам оную Божью мудрость, да и мы, расторгнувшие все козни адского мучителя, и презрев мира и плоти соблазны, достойны явимся божественной славы к разрешению святые нашего православной веры, сосуды достойны, соделаемся и с Тобою в небесной скинии Господа и Владыку нашего Иисуса Христа, хвалим и прославляем во все веки. Аминь, аминь, аминь. Пишите, пишите, какого вы жениха хотели бы видеть рядом с собой. И еще я вам сейчас кину в чат те слова, которые вы напишите. Так, пока что у нас еще горит свеча, чистка идет. Сейчас я напишу вам тот текст, который вы напишете. Так, исправлю текст на славянский, чтобы вам легче было для восприятия. Вот смотрите, сейчас я вам закину текст, закрепляю. Начало – это шапка того, что вы начнете писать. Смотрите. Святая Екатерина, Дева и Мученица, истинная Христова невеста, молим Тебя через особливую благодать. А дальше я поставила многоточие. Напишите, о чем бы вы хотели попросить Святую Екатерину. Каждый сейчас просит свое. Кто-то уже, может быть, встречается и хочет, чтобы человек сделал первый шаг и сделал вам предложение. Кто-то хочет встретить новую любовь, новое знакомство, да? Кто-то уже живет в браке и, может быть, хочет наладить отношения. Кто-то в ссоре хочет примириться. А сейчас напишите шапку, которую я вам скинула, да? И потом продолжайте текст, где я поставила многоточие, пишите, что вы, каждый из вас, хочет попросить у святой Екатерины. Пока свеча горит, я читаю молитвы, а вы пишите. Напишите как минимум 3 раза. 3 раза. Или 7.
Вот эти цифры, среднюю цифру не надо, 4, 5, 6, эти цифры не пишите. Или трижды напишите, или 7 раз напишите. Пишите. О святая Екатерина, Дева и Мученица, истина Христова невеста, молим Тебя через особую благодать, и же предвидите жених Твой, счастливый Иисус, и яко же просмотревши прелести мучителя мудростью Твоей 50, ведь и победила, и сии напоивших небесным учением к свету истинной веры, наставила и так и спроси, а нам, оную Божию мудрость, да и мы, расторгнувши все козни адские мучителей, презрев мира и плоти соблазны, достойны явимся божественной славы и разрешению святые наши православные веры, сосуды достойны, соделаемся и с Тобой небесной скини Господа и Владыку нашего Иисуса Христа, хвалим и прославляем во веки веков. Аминь, аминь, аминь. Смотрите, сердечко вылилось прямо в сердце. Смотрите, какая красота, да? О, святая Екатерина, Дева и Мученица, истина Христова невеста, молим Тебя честь особлива благодати, же предвидите жених Твой, сладчайший Иисус. Яко же просмотревши прелести мучения, мудростью Твоей 50, ведь и победила Иси, и напоивших их небесным мучению к свету истинной веры, наставила Иси, так и попроси, и нам, оную Божью мудрость, дай мы, расторгнувши все законы адские мучителя, и презрив мира и плоти соблазны, достойны явими божественной славы и разрешению святые наши православной веры сосуды, достойны соделаны и с Тобой небесной скини Господа и Владыку нашего Иисуса Христа. Хвалим и прославляем во веки веков. Аминь, аминь, аминь. О, святая Екатерина, Дева и Мученица, истинная Христова невеста, молим Тебя через особую благодать, же предвидите жених Твой, сладчайший Иисус, яко же просматривши прелести мучителя мудростью Твою 50 ведь и победила Иси, напоившим их небесным учением к свету истинной веры наставила, если так и попроси, и нам, оную Божию мудрость, дай мы, расторгнувшие все козни адского мучения, презрев мира и плоти соблазны, достойно явимся божественной славы к разрешению святые наши прославные веры сосуды, и достойно и соделаем с Тобой небесной скини Господа и Владыку нашего Иисуса Христа во веки веков. Аминь. 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 Пишите, ребятушки. Молимся, просим, просим святую Екатерину, это сильная защитница, заступница, сильная, святая, православная. Но вы знаете прекрасно, что здесь не имеет абсолютно никакого значения ваше вероисповедание. Все мы молимся Богу Единому, и нас слышат небеса, нас слышат ангелы-хранители. Сейчас у нас обращение к святой Екатерине, очень сильная святая, очень мощная святая. Просим, и нам обязательно воздастся. Пока горит свеча, пока горит огонь, пишите все свои пожелания, все свои просьбы. Еще раз читаю ту шапку, которую вы должны написать. О, святая Екатерина, Дева и Мученица, истинная Христова невеста, молим Тебя через особливую благодать, а дальше пишите то, что вы хотите попросить у святой Екатерины. Либо новое знакомство, либо замужество, если вы с человеком живете, он вам не делает предложение. Либо же гармонии и счастья в семье. Пишите и смотрите на огонь, медитируйте. Смотрите, как трещит. Идет дочистка. Если кому-то сейчас хочется спать, после ритуала ложитесь. Если кому-то тошнит, мутит, это нормально, пошла и ваша чистка. Как только закончится ритуал, воду выпить до конца. У меня аж голова сейчас закружилась. Вот я чувствую, что у кого-то из вас кружится голова. Идет чистка сердечной чакры. Молитвами обращаемся к высокой, святой Екатерине. Просим о любви, о замужестве.
Смотрим на огонек, который сжигает ваше одиночество, ваше безбрачие. Остается только свет, счастье, радость, положительные эмоции. Вы скоро найдете вторую половиночку и выйдете замуж. Все, кто обращается к святой Екатерине, так не будет. И так есть. Все. Свеча закончила свою работу. И я желаю всем, дорогие мои друзья, счастья в личной жизни. Не забывайте, пальчик вверху, слово «благодарю». Оплатить можете в описании к видео реквизиты. 333 – самая лучшая цена, цифра. Сами решайте, какой донат вы сможете отправить. Всем мира, добра и счастья. Сколько смотреть этот ритуал? Ритуал смотрите 7 дней подряд. На следующий месяц можете повторить по необходимости. А может быть, уже в этот месяц чудо свершится. Луна не имеет никакого значения. Мы с вами молимся. Здесь луна не имеет никакого значения. Воду выпиваем. Завтра опять ставите перед экраном воду, слушаете молитвы и выпиваете до конца. Все, роднульки. Всех люблю. Всем пока-пока.